С нашей точки зрения первый период не был плохой, и я думаю тоже, как мой коллега, что все решалось с нашей точки зрения в меньшинстве, когда мы пропустили два гола. Но это нас не оправдало к тому, что мы сделали потом ошибки в обороне, потому что 2-0 это еще ничего. Но мы эти ошибки сделали, и соперник их наказывал. Потом в третьем периоде мы еще пытались наименее забить один или два гола, все возможно в хоккее. 5-0 это против Юкера, это очень много, но возможно все, но нам не получилось ни один гол забить Карлсону сегодня.